Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза есть такая? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу. Я думаю, пройдет несколько дней, мы будем иметь то, что мы просили. И даже чуть больше. Мы все подготовили и реализовываем ту программу, которую с президентом России наметили. Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. Применение, причина одна – агрессия против нашей Беларуси. И это будет решение, незамедлительный ответ. Я это заранее говорил уже несколько раз. Незамедлительно будет ответ. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. А нам это оружие сдерживания. Не дай бог, мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время.